о родине. Ну как не сочиняет? И в народе есть такой любимейший жанр – народный романс. Мы, признаться, сами как-то снисходительно к нему относились. Может, вступили в какой-то особый возраст, а сейчас любим. И один из народных романсов сейчас для вас исполнен. Субботу выйду я в сад погулять, сяду я под белой березой, ой, сану мне платье, где же мой крик соловья? Черное платье.